по более 10 лет отвечала за шведское качество в поп-музыке. Отвечала, пока композитору и основателю группы Тиму Норреллу было интересно. Когда наскучило, он освоил большие симфонические формы. Между делом раскрутил армию любовников и еще десяток модных шведских проектов. Но Secret Service для него как первая любовь. Не забыть, только сладко охнуть и вздохнуть. Так и вздыхал бы, если бы не выгодное предложение от российских промоутеров, которое поступило год назад. А потом выступление на фестивале «Ретро-ФМ» в Олимпийском и десяток корпоративов в Крыму и Сочи жарким летом 2007-го. Возвращение Secret Service или «Почтальон звонит дважды» – эксклюзивная история из Стокгольма от Ольги Текуевой, Андрея Ульянова и Любови Камыриной. Зря лирический герой этих куплетов клевещет на шведских Печкиных. Мол, вечно ты опаздываешь, уважаемый почтальон, принеси поскорее весточку от любимой. Ну вот зря. Местные велосипедисты с толстой сумкой на ремне всегда оказываются в нужном месте в нужное время. Шведское качество. Корабль отплывает в 10 утра, сейчас без 15. Он успеет, он успешный. Теневой олигарх тутошнего шоу-бизнеса Тим Норрелл, автор куплетов про утреннюю почту. В нужное ему место и в нужное ему время никогда не опаздывал. Некогда бывший учитель музыки точно угадал время заката солнца по имени Абба и грамотно засекретился. Если вы хотели быть модной диско-группой в Швеции в начале 80-х, ваша группа должна была быть из Англии, из Франции, откуда угодно, но не из Швеции. Кстати, Абу на дискотеках в Стокгольме уже не крутили. Это была слишком сентиментальная музыка. Музыка для фермеров, как тогда выражались. Моя музыка вполне подходила для танцев. Но нужен был хитрый ход, и мы изменили свои имена. Меня зовут Тим Норрелл, композитор. Так вот, под строчкой «композитор» я написал «хоп». Так по-шведски звучит «хоббит». Помните «хоббит» из «Властелина колец»? Мне всегда говорили, что я похож на это существо. И у других музыкантов были прозвища, и правильное название у группы – «Secret Service». Мы были такими агентами на секретной службе. Мы отправили пару наших песен на голландские и бельгийские радиостанции. И скоро стали группой номер один в Европе. И все думали, что мы англичане. Никто не знал наших имен. На радио даже стали проводить конкурсы в эфире. И люди звонили и говорили: «Я думаю, эту песню написал Пол Маккартни». «Нет, вы ошибаетесь». И только через год мы уверенно ворвались в Швецию. Как раз к расколу Аббы. Мы рассекретились потому, что больше не беспокоились о том, что шведская аудитория узнает, что мы шведы. Успех уже был мирового масштаба. Прогулка, чтобы вспомнили. И попутный ветер, и плеск оваций в ушах. Гул аплодисментов, растворившихся не в таком уж и глубоком прошлом. Этих удачников, наверное, накрыло бы тогда волной успеха по самое темечко, если бы не важное шведское качество – врожденная устойчивость в экстремальных условиях. Они держались на плаву до конца 80-х, пока ветер не переменился. Началось время рэпа и хип-хопа. Было сильное влияние американской музыки. Мы просто перестали попадать в эпоху. И, слава богу, все вместе. Я уже тогда писал серьезную музыку и попсу для других групп. Да и у прочих участников Secret Service были свои личные планы на дальнейшую жизнь. Мы довольно долго выступали. Почти 10 лет. Прилично для поп-группы. Она вообще могла продержаться 2-3 года и исчезнуть. Автор успеха группы Secret Service вступил с Россией и в романтическую связь, и в мюзикальную. Именно в мюзикальную. Мюзикл на музыку Secret Service «Шведский мальчик и русская девочка» родят к весне. И, конечно, у России право первой ноты.
Сейчас мы ищем надежных русских продюсеров. Главных героев нашей постановки будут звать Тим и Лена. Это драматическая история, действия которой происходит в Ленинграде. Русская девушка, шведский парень. Ну, вы понимаете. Ну, Абу знали, да. Абу знали и Secret Service знали, кстати. Потому что по Secret Service мы танцевали тогда, вот когда я так любила танцевать, ни одной дискотеки не пропускала в университете. И когда мы танцевали под вот все эти песни, я бы себе в жизни не подумала, что я встречу человека, который написал эту музыку.